Сегодня 25 июня 2016 года. Вот с крыши сметаем, там Володя пробовал детали, у него не получилось, как-то неуклюже и тяжело. Это все сметает, потому что деревьев тут не было, теперь деревья, они нас закрывают от ветра. Вот. А эти носят дровишки, они все мне. Так, больше хватит, не надо, неси сюда, неси, брось остальные. Попалась она у меня. Сказал, по два полежка носить, она набрала больше. Меня увидала и скорее назад понесла, положила. По два бери, по два. Второе возьми еще, еще одно возьми. По два в руке неси. Так, не стой там, руки в карманах. Давай, бери, неси. Вот так. Ну, здесь Нестор, сестра его Фроси, ну и Кирилл. Кто вот он второй? Пилят, что у нас? Его брат Андрей. Ну и две Ксении. Вот. А там Вика и Степа. Ну и придерживает Тимофей. Вот они приносят, кладут здесь. Вот они как умеют у меня укладывать. Смотри. Все работают. Маленькие они. Ну, клади. Только ровно клади, чтобы не упали. Как-то как попало, пошли уже маленькие. Вот так она смотрит. То есть у нее уже отношение к труду другое. Ну, здесь шкурят братья Виталий. Олейников. Тут не посидишь. Ну, Никита, когда бы не посылал, Никита за старшего уже идет. С прошлогодним не сравнишь. Так, правильно я говорю, Никита? Правильно. Научился ты многому здесь. А то не мог, говорится, топор от лопаты отличить. Вот, участвовали он в прошлом году в статисте шалаша. Сейчас, сегодня мы ждем прибыль, приедут. Сейчас будут подъезжать. Только начинается разворот на лагерь. Пойду посмотрю, что там дальше делается у нас сегодня. Ну, это бак с водой качает из озера. Вот. Здесь есть что-то без рука. Павел Федорович такую фотографию сделал. Она пошла и на брошюры. Игнатий Душиинов, игумен, взял крещение. Интересно. Он взял крещение и продавали ее. Но и такая лютая ненависть у бездарных попов. Увидели, кто-то сказал, так это, говорит, патриархи крещения. Он на развороте корочки сделал. По благословению патриарха Алексея II. Он именно с прилавка смел убрать. То есть даже фотографии он толбы мочит. И, ну какой это священник-то? Это явно дело, что никакого отношения ни к любви, ни к чему не имеет. Вот у нас ласточки здесь рядышком. Детишки у них уже выводят, вывелись, а большие. О! Желторотики сидят там, гаманки открыли. Кормят. Так. Смотрели где. Что там? А Володя. Пролом какой-то в шифере сразу чинит. Он сейчас тут роль старшего воспитателя. Хотя еще юридически мы не провели по собранию в прошлом году Виктора Савченко убрать. Ну, на покой отправить. Он семейный теперь человек, осеменился, больше заботится, как угодить жене. Писание говорит, а ей никогда не угодишь до конца. Так что, ну, старается, видно. И здесь его пила не стала пилить. Взял он у Алеши, и то порвалась цепь. Теперь то ли вручную, то ли что, не знаю. Нам не просто работать здесь. Своего-то ничего нету в лагере такого по технике. Вот сколько мусора. Сейчас все заметут, уберут. Крыша, чтобы вода стекала свободно. Это целый арсенал удочек лежит. Гальянов. То есть гальяна, рыба приятная. Не подавится никто. То малосольная, то вчера было у нас вареная. Сказал сегодня насушить. Вот. Вот, вот Ирина Устинова. Вот. Тебя как, Ивановна? Да. Ирина Ивановна. Это моего племянника Валентинина сына, Андрея, жена. Вот это у нас малосольная рыба своя. Он сегодня принес, это я сказал, посушить.
Вот, может быть, больше такая понравится. То есть разнообразие. А зелень, которая в кастрюле была, что, нету уже? Нету, все. А? Съели вчера. Кончилось? Кончилось. Я сейчас пойду срочно заготавливать. Я рву двудомную крапиву, листья промываю. Дальше щавель. Два одуванчик, немножко репейный лист, то есть очень-очень витаминная. И лук, который нарежешь, так не режь на руку, смотри, только на это режь. На себя никогда не. Чуть осмыгнулось, все порезало, дальше только беречься будешь и скажешь, не могу. Ну, тут у нас тут милиция была с прокуратурой, все засняли. А что тут закрыто окошко? Это они на ночь закрывают, ребята, чтобы не было видно. Вот. А тут видно, он где работает. Все. Подновим сегодня. А это что у вас здесь в тарелке? Это запеканка. Запеканка. А из чего она состоит? Ну, творог, яйца, сахар. Ага. А это что? Это гороховая каша будет. Гороховая каша. Вот я не знаю, зачем Володя говорил не делать это, пока 2 дня пройдет воскресенье, на постное время. В холодильнике продержать ее. Кого? Кашу гороховую. Молочного, больше молочного. Понятно. Творог, хорошо. Сметана, все, что есть. Каша. А это убрать. Хорошо. Убрать. Она не совмещается. Что сели там? Что? А? Ну? Ну-ка давай работай, а то сейчас услышат. Да, там уходит. За эту не браться палочку. Да. Не надо, она упадет. Лестница, по лестнице наша пойдет вниз. Володя, то есть щебарничает на крыше. Ну еще, все бесплатно работает. Никто не получает ни рубля. 45-й год. 45-й год. А про меня еще спрашивать? Мне уже 78-й. Это она прочищает ласточка у них. Она увидела меня, я рядом стою. Ну, на расстоянии 1,5 метра. Вот она, они оправляются, когда она сейчас выбирает и выносит. Прямо над столом. Вторая прилетела. Вот эта отлетает, а вторая дает им. Ага. Вот та унесла отходы, а эта принесла мошек. Прилепилась. Прямо над столом. Ну, напротив кухни. Вон. Дальше видно дверь на кухню. А внизу поставил я большой противень, как вот, листик называется. Залил водой. Потому что кошка свободно допрыгивает до гнезда. Тут метр больше нету. А в воду она не пойдет, она щастюля. И вот так отбились. Кошки нет. У нас окно было открыто на кухню. И там ласточки прямо над плитой сделали. И был бродячий кот. Залез и съел ее, ласточку, ночью. Конечно, была обида большая у нас на кота. И пришлось объявить ему террор, войну. И мы его к вечеру уже убрали отсюда. Вот. Вот серый щит. Они ничейный, как лесной. А ласточка одна осталась, и она долго плакала, на проводах сидела. Дети прямо, я не помню, плакали, нет, когда коршун погиб. Да дети плакали. Так, что-то тут застряло-то. О! Ну все на этом. Степа, ты уже пилой играешь, все, пилить не научился, а играть умеешь. И обязательно порежешься и будешь плакать. Вот она по одному носит. Сегодня решили баню пораньше истопить, потому что суббота, богослужение. Дальше на обед. После обеда 2 часа пройдет, маленькие лягут спать. На часов хотя, нет, всем разрешается, всем, чтобы в храме не дремать. Ну и все. Моя остановка. А потом костер.